Александр Северов представляет. Здравствуйте, это снова я. Сегодня я хотел бы вам показать батарейку расширенную, повышенной емкости для Samsung Galaxy Ace Mini, либо для модели i8190, это тот же самый Galaxy Ace 3 Mini, просто вдруг кто-то не знает. Вот, 2450 мАч. Galaxy. Купил я ее за 1000. Вот. 2450 мА. По умолчанию в Galaxy Ace 3 батарейка в 1500 мА. Леоновая батарейка. Ну и литиевая, то есть. Вот. Здесь у нас таких три, как сказать, штучки. То есть плюс-минус. Куда у нас подтыкается батарейка. Ну что ж, давайте посмотрим, как она вставляется в Galaxy Ace 3 Mini или в i890. Вставляется она идеально, подходит чик. Все. Теперь проверим ее работу. Пока что пусть наш Galaxy Ace 3 Mini включается, а пока что я расскажу, как вообще эта батарейка показала себя. Показала она себя довольно-таки хорошо, телефон держит зарядку, так сказать, намного дольше, то есть, как бы, до этого он как бы в режиме ожидания, ну, мог работать, ну, там, не знаю, там, несколько дней, там, допустим, там, ну, неделю максимум, вот. А сейчас с этой батарейкой, то есть я тогда его даже на ночь выключал, а сейчас я его даже не выключаю на ночь, то есть он работает постоянно, вот, и хватает мне его где-то неделю там с лишним, то есть с тем учетом, что я его на ночь не выключаю, вот, а если бы я его выключал, то, соответственно, время работы в режиме ожидания, музыки там, игры там на телефоне увеличилось бы в несколько раз. Что еще хочу ответить? В приложениях различных батарейка на глазах прям не тает. Все так, в принципе, нормально. Не отходит все. То есть, да, возможно, это какая-то не оригинальная там батарейка есть. Там продается от Samsung там. То, что там на 2450 мА, только оригинальная от Samsung, там, которая стоит там под 3000. Нет, это не оригинальная, но все равно тоже нормально работает. Также есть еще батарейка на 3450 мА, но там тогда надо искать подходящую заднюю крышку, потому что она немножко не меняется. Либо если магазин нормальный, то там они, по идее, должны выдать вам крышку вот эту специальную, которая к этой батареечке идет. Вот. Что ж, давайте посмотрим. Вот телефон включился. Сейчас у нас здесь, ну, 100% заряда. Если вы видите сейчас. Ну, 100%, короче, здесь заряда. Сейчас. Все. Вот такая вот батареечка. В принципе, купить советую. Если понадобится, я вам скажу, где ее можно купить. В принципе, это все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте, у нас есть группа ВКонтакте. Она есть на главной, так сказать, страничке моего канала. Подписывайтесь и туда тоже, про нее не забывайте. Пишите в комменты то, на что хотели бы увидеть обзор, сравнение, тест, я его обязательно сделаю. И пока, до скорой встречи.